Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Кросс-нации 2016 бежит вся Россия. И не только. Чарли и Дешо из Кении. Иностранные студенты Аэрокосмического университета у себя на родине долго выбирали, какой вид спорта им по душе. Среди футбола, волейбола, карате и легкой атлетики выбрали марафон. На самарском кроссе нации бегут не за рекордными секундами, а ради физкультурной солидарности. Это просто интересно для меня. Это как талант. Да, мне нравится. Нравится бежать по пересеченной местности команде старшеклассников из 164-й школы поселка Березы Самары. 40 парней и девушек все лето готовились к кроссу нации. Учитель физкультуры Сергей Ушковский на личном примере доказал своим ученикам, что здоровый образ жизни – это модно. Сейчас его уроки физкультуры прогуливают единицы. Молодежь уже к этому более позитивно относится. И у них больше интереса. Вот. Физкультура сейчас входит в массы. Детям нравится, им хочется показать результат и все-таки показать другим, насколько они хороши в этом и сильны, скажем так. По традиции Всероссийский день бега кросс-нации в Самаре прошел на лыжной базе «Чайка» в поселке Управленческий. Любой желающий выбирал дистанцию по силам – от 1 до 12 километров. Традиционного забега для известных жителей губернии и областной столицы в этом году не было. Все бежали в одном потоке. От другой традиции областная федерация легкой атлетики не отказалась. Устраивает забег, посвященный предстоящим грандиозным спортивным мероприятиям в России. Например, Олимпиада в Сочи. Это дистанция 2014 метров. На этот раз бежали кросс на 4 метра длиннее. А в этом году, в преддверии чемпионата мира, который будет у нас по футболу, 2018 метров мы проводим. Это побегут юноши. Юноши, массовый забег, они побегут. Пригласили на самарский кросс нации и звезд легкой атлетики. Вместе со всеми пробежала дистанцию чемпионка России и Европы Гульнара Выговская. Все девчонки, мальчишки, участники сегодняшних стартов зажглись той идеей массового спорта, профессионального спорта. Главное участие. И результат немаловажен, потому что без результата невозможно движение вперед. В Самаре свои километры пробежали и любители, и профессионалы, от первоклассников до пенсионеров, почти 20 тысяч легкоатлетов. По массовости забега 63-й регион оказался одним из лидеров по этому показателю в России. Впереди только Свердловская область. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.